Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Братья и сестры мусульмане, приветствую вас на канале Islam World. Дозволяет ли шариат использование средств контрацепции? Ответ. Первое. Использовать противозачаточные средства, таблетки, презервативы и другое допускается. На этом основании разрешается использовать современные средства, препятствующие беременности, таблетки и подобные им, но без искоренения возможности беременности и пригодности к рождению. Аз-Заркаши сказал, разрешается азль, использование лекарств и средств для прерывания беременности, временно, и не разрешается использовать азль до полной утраты возможности забеременеть. Второе. Прерывание беременности до 120 дней, если есть вред для здоровья матери или ребенка, также допускается. Если нет вреда здоровью, то прерывание беременности является макрухом тахрими, близким к хараму, и это является грехом. В книге Рад аль-Мухтар сказано, в разделе Карахиат «Нежелательное» книги Аль-Ханя говорится, «Я не говорю, что это является халаль, дозволенным, потому что мухрим, тот, кто вошел в ихрам и совершает хадж, когда разобьет яйцо птицы, должен возместить его, потому что яйцо – является основой птицы. Если мухрим наказывается за одно яйцо, то как минимум будет грех той, которая прервала беременность, без всякой причины, как вред здоровью. Передается в книге Аз-Захира, разрешено ли прерывать беременность до вдыхания духа в плод до 120 дней. В этом есть разногласия. Факих Али Ибн Муса сказал, что это является макрух, потому что семя, после того, как попало в яйцеклетку, стало жизнью. Его хуком будет живое, подобно яйцу птицы харама, Мекки, во время хаджа для хаджия. Подобное приводится в книге Аз-Захирия. Ибн Вахбан сказал, разрешается прерывание, если есть оправдание этому, вред для здоровья матери или ребенка. Если прерывание беременности совершено без оправдания, то становится грешником, но не как за убийство живого человека. Третье. Прерывание беременности после 120 дней является харамом. Аллах знает лучше. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум.